А Минприроды, между тем, готовят жизнь, могут отобрать штрафы. Еще зверь обойдется в 20. Также ведомство намерено запретить любые зрелищные состязания, в процессе которых наносятся увечья животным, в частности, собачьи и петушиные бои. Детям до 16 лет запретят дарить и животных. Поправки коснутся и правил выгула собак. Новый закон запретит гулять с животными человеку, который не в состоянии удержать зверя на поводке. Сюда относятся дети, старики и люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За нарушение этого правила штраф до 5000 рублей.